Так, на столе записка. Факс смотрителю канализации. Список пользователей подземной транспортной системы. Каждую первую и третью среду месяца система будет пользоваться глава отдела обслуживания Анжелика Маргарет. Поскольку используемое ей оборудование может быть повреждено испарением влаги, вам будет необходимо осушать воздух. Повышенная осторожность. 6 и 16 числа каждого месяца система будет пользоваться шеф полиции Брайан Айронс, чтобы посещать обычные собрания в лаборатории. Каждую четвертую пятницу каждый нечетный месяц системой будет пользоваться Уильям Биркин, чтобы проводить семинары для чикагского отделения корпорации Umbrella. Ввиду риска покушения на жизнь доктора Биркина, от вас требуется предпринять повышенные меры безопасности. Вы будете оповещены обо всех других лицах, которым будет разрешен доступ к системе, и о возможных днях их посещений. Проводите указанных лиц к требуемым местам. Будьте вежливы и внимательны. Чарльз Колман, главный секретарь корпорации Umbrella. Так, и сумочка. А в сумочке у нас патрончики. Давайте сбросим синюю траву. Так. Понятно. В шкафчиках у нас... Так, а в шкафчиках у нас аптечка. Одну сбросим, одну оставим. Пускай будет, как говорится. Так, винт, зажигалка. Ну и вроде все, что нужно. Давайте отмычкой используем. Еще 36. Ну, привет. Скучно, небось, здесь тебе одному было. Так, что у нас здесь? Отлично. Гранаты для гранатомета. Так, здесь у нас ничего. Арбалетом, наверное, будем пользоваться в лаборатории. Так, давайте скинем. Наверное, вот эти тоже скинем. Так. Чё-то я не понял. Точно, на лифте. Подзабыл, малёха. Ладно. Ничего страшного, бывает. Ты вся в крови. Я натолкнулся на эту женщину, которая попала в беду. Ее зовут Эйда. Сразу после этого кто-то пытался убить меня.
у него почти получилось. Эйда пошла разобраться с этим снайпером, но я беспокоюсь о ней. Мы должны найти ее до того, как случится непоправимое. Но в вас стреляли. Я в порядке. И беспокоюсь только об Эйде. Так, давайте поднимемся здесь. Аж три штуки, блин. Две смешиваем. У нас там есть красная. Еще и синяя. Две. Так, красная. Интересно, синяя можно еще? Ой. Все три травы. Отлично. С полноценная аптечка есть. Так. Патроны для пистолета еще есть. Подвинем шкафчик. Так, здесь у нас темно, надо поджечь лампу, чтобы осветить. Здесь еще одна лампа. Есть вот такие напалм, 6 штук. Их тратить не будем. Так, что я хочу сказать? Давайте сделаем так. А кислотный уберем. Берем кислотный и зажигалку убираем. Леон все еще сидит. Карту возьмем. Медаль волк. Берем. А еще напал. Не знаю. Так, здесь у нас паучки. Мы связываемся с ними. Thank you.
Ты в порядке? Что случилось? Убирайтесь от меня. Все, что вы хотите, забрать G-вирус. Но я никому его не отдам. Никому. Муж? Тогда ты, а нет? Ха! Как ты мог? Нет времени для этого. Шерри заблудилась где-то в канализационной системе. Я должна ее найти. Что? Я сказала ей пойти в полицейский участок. Почему она здесь? Теперь в опасности не только она, но и экземпляры вируса. Что вы хотите этим сказать? Что у Шерри есть образец G-вируса. Так. Принимаем винт. Одну травку возьмем. Смешаем. Так, и возьмем еще напалм. Поднимаем мост обратно. С крокодилом нам не надо здесь воевать. Этим будет заниматься Леон. Нам только взять медальон. Медаль Орел. У него нет никаких. И почитаем документ. Дневник смотрителя канализации. 28 июня. Наконец-то мне удалось увидеться с Доном и поговорить с ним после работы. Он сказал мне, что все это время провалялся в постели с какой-то жуткой болезнью. В этом случае нет ничего удивительного, если вспомнить, сколько он уже у нас работает. Он весь обливался потом и чесался, словно прокаженный, все то время, что мы с ним говорили. Я спросил его, не чувствует ли он жар. Он только странно посмотрел на меня. Да что с ним такое вообще? 7 июля. В последнее время шеф Айронс все чаще посещает лабораторию. Не знаю, что он там делает, но раз от раза он выглядит все более угрюмым. Вчера выражение лица было еще и крайне встревоженным. Полагаю, дело в невыполнимых требованиях мистера Биркина. Несмотря ни на что, мне жаль шефа. Он многое сделал для города и не заслужил всего того, что на него свалилось сейчас. 21 июля. Мне редко удается выпить, потому что я работаю в ночную смену. Впрочем, жаловаться мне особо не на что, ведь в конце концов этим я зарабатываю на жизнь. 16 августа. Сегодня шеф Айронс пришел позже обычного и выглядел темнее ночи. Я попытался взбодрить его шутками, но это только еще больше разозлило его. Он выхватил пистолет и ткнул мне под нос. Мне едва удалось угомонить его. У этого парня явно проблемы с психикой. Впрочем, он точно знает, что ему не войти в лабораторию без моей помощи и медали. Интересно, и что в его понимании означает служить и защищать? 21 августа. Уильям сказал мне, что полиция и пресса начала расследование дела Umbrella. По его словам, расследование затронет весь город, и вполне возможно, что ищейки доберутся даже до канализации. Он попросил меня приостановить все работы в канализации до завершения расследования. Канализация по-прежнему будет использоваться для прохода, но он настоял, чтобы я был предельно осторожным и пригрозил, что я потеряю работу, если кому-нибудь станет известно о том, что здесь происходит.
Так, еще раз используем винт. Маленькие букашки. Так, давайте выбросим все. Выбрасываем аптечку. Напал. И винт. Сожили за бой, давайте с ними расправимся. Ух ты, какой живучий-то. Всплывали. Так-с. Да что тут? Так, вагонетки уже нету. У Леон Сады уже уехали. Вызываем ее обратно. Шерри, ты в порядке? Шерри, твоя мама давала тебе что-то под названием G-вирус? Он мог быть, допустим, в пробирке. G-вирус? Первый раз слышу. Вы абсолютно уверены?
Если вы отдадите эту штуку мне, я ненадежно позабочусь. Но у меня ничего нет. Это правда. С какой стати ее мать говорила бы так? Если вы отдадите это мне, то останетесь в живых. Надо было так сказать. Так, как мы помним, здесь у нас лежит ключ. Можно осветить. Но у нас сейчас нету зажигалки. Зажигалку мы выложили. И заблестит ключиком. Ну, мы так по памяти помним, где он лежит. Так что возьмем так. Электропушка. Разрядник для отпугивания зверей. Боеприпасы, электробатарейки, дальность 10 метров. Шерри, что ты там присела-то? Так, трава. Ну ладно, не будем брать. У нас и так много аптечек. Что-то там опять. Что-то увидела в полу. Идем.